Мы продолжаем рассказ о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города Кирова. Одна из них носит имя Николая Рожнева. Имя Николая Рожнева было обозначено на карте города Кирова совсем недавно, в 2011 году. Улица находится в новом микрорайоне «Солнечный берег», рядом с корпусом Вятского государственного гуманитарного университета, и проходит от улицы Ленина до берега реки Вятки. Улица носит имя героя Советского Союза, который не раз проявил мужество в боях в годы Великой Отечественной войны. Николай Михайлович Рожнев родился в деревне Рожни Кирово-Чепецкого района. Ныне это черта города Кирова. Служил в Красной армии. В годы Великой Отечественной войны воевал на Калининском, Сталинградском и Втором Украинском фронтах. Был командиром отделения стрелкового полка. Во время обороны в районе села Елизаветовка Черкасской области сержант Рожнев огнем из снайперской винтовки лично уничтожил 13 гитлеровцев. Во время прорыва обороны противника в районе деревни Лозовок водил отделение в атаку. За период наступления было уничтожено более 100 солдат противника. За эти бои награжден орденом славы третьей степени. Отличился в Молдавии, то есть при форсировании Днестра в районе города Бельцы. Соответственно, там обеспечивало его отделение переправу через Днестр. Так? И вот он отличился в том, что... Не только командовал, но и заменил убитого пулеметчика. И, соответственно, сам лег за пулемет и отсекал только нападающего противника. Затем в бою близ местечка Цареград в Молдавии проник в тыл противника, захватил пленных и два миномета. В критический момент Николай Рожнев открыл огонь по противнику и вынудил гитлеровцев отступить. В бою был тяжело ранен и скончался. Его похоронили в городе Бельцы. Звание Героя Советского Союза Николаю Рожневу было присвоено посмертно.